В России с каждым годом растет количество случаев выпадения детей из окон в летний период. Это является одной из самых распространенных причин детского травматизма и смертности. Сегодня в большинстве квартир установлены современные ПВХ-окна. В отличие от старых деревянных окон, которые сложно было открыть, современные пластиковые окна открыть может даже ребенок. Дети, они по своей природе очень любопытны. Они, услышав шум или звуки за окном, могут легко забраться на подоконник и открыть окно. Последствия этого могут быть непоправимы. Так, в Каспийске, по данным ЕДДС, в 2022 году по обращению в службу 112 зафиксировано 3 случая падения детей в возрасте до 5 лет. В 2023 году – 1 случай, а в текущем 2024 – 18 апреля по Окульничьего – 10. С окна 8-го этажа по неосторожности упал ребенок 4 лет, семья которого приехала в гости из Ростова. Случай, к сожалению, завершился летальным исходом. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытыми окнами. Пока ребенок находится в помещении, открывайте окна только в режиме проветривания. Поставьте на оконные ручки блокираторы и не позволяйте открывать окно настежь. Объясняйте детям, что открытое окно – это опасно. Малышам нужно постоянно напоминать об опасности. Кроме того, важно отметить, что многие родители ставят москитные сетки с целью обезопасить ребенка. Но это большая ошибка, утверждают специалисты, так как их основная цель – это защита от насекомых и тополиного пуха. Она не выдерживает вес ребенка.